Это кадры из фильма «Улица героя». Так студенты морского кадетского корпуса города Канск назвали 25-минутный документальный фильм о герое Великой Отечественной войны Арсении Петровиче Москвине. Фильм о жизни и подвигах молодого капитана. С его именем связано первое применение в морской пехоте горных «Катюш». Мы только вкратце рассказали о боевых подвигах Арсения Москвина. Воспоминаний о нем много, но главная память увековечена в архитектурных сооружениях двух городов. На улицах капитана второго ранга Арсения Петровича Москвина. Именем Москвина названы улицы в двух российских городах – Канске и Сочи. В Канске, это в Красноярском крае, Москвин родился и вырос. В честь него назвали улицу с небольшими деревянными постройками. В Сочи Москвин встретил свою будущую жену, которая работала врачом. Здесь же, в госпитале имени Мариса Тореза, после тяжелых ранений, полученных в боях под Новороссийском, в августе 1943-го умер. Уже после войны именем Москвина назвали небольшую, ведущую к храму Архангела Михаила, 300-метровую улицу в самом центре Сочи. Точнее, ее переименовали из улицы Соборной. Очень трогательный этот экспонат. Педагог этого кадетского корпуса передал нам этот фильм, который создан ребятами и очень тесно связывает наш город с кадетским корпусом города Канска. В фильме студентов морского кадетского корпуса есть кадры и из Сочи. Их помогли отснять местные школьники. Съемки они вели на улице Москвина, на кладбище на улице Дагомысской, где, кстати, и похоронен капитан, и в музее истории города. Здесь Арсению Москвину посвятили целый стенд. Личные вещи героя в музее передала его жена. Его китель, его награды и портрет героя. И мы, конечно, гордимся, что имя этого героя связано с историей города Сочи. Фильм «Улица героя» теперь будет храниться в музее города Сочи, как часть большой истории короткой, но славной жизни большого человека – капитана второго ранга Арсения Петровича Москвина. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.